Мобильные приемные партии «Аманат» продолжают свою работу в населенных пунктах региона. На этот раз она побывала в 5 селах Теректинского района. Жители села Долинное обратились в приемную с целым ворохом вопросов, которые не решаются на протяжении долгого времени. Из-за накопившихся проблем из сельской местности уезжает молодежь, а это ведет к гибели села. Валентина Кирячек всю жизнь прожила в селе Долинное. Узнав о том, что услышать об их проблемах приехала мобильная общественная приемная, она пришла со списком проблем. Все они, считает жительница села, негативно отражаются на жизни населенного пункта. Из-за отсутствия хороших условий уезжает молодежь, а их присутствие на селе – ключевой фактор в его развитии. В первую очередь она подняла вопрос дороги, затем воды, связи и работы школы. А у нас население в основном пожилое. Молодежь у нас не держится. Почему? Дорог нет, воды опять нет. Связь, третий вопрос. Связь у нас очень плохая. В каждом доме есть усилители. Ну вот у нас интернет не ловит. Где вот усилитель стоит, там я сижу. Ушла в другую комнату, связи нет. Поэтому молодежь уезжает. Вот в этом году у нас стоит вопрос о том, как закрыть школу. Не хватает 4 детей. Почему опять это все? Потому что нет молодежи. В поселке Долинное жители обращались и с такими проблемами, как укрепление дамбы, строительство и средний ремонт внутрь поселковых дорог, оставляет желать лучшего и качества питьевой воды. Цель создания мобильных общественных приемных – дать возможность жителям отдаленных населенных пунктов рассказать о своих проблемах республиканским представителям партии «Аманат». Подобная практика уже показала свои плоды в 14 регионах страны, по итогам которого на местах решались такие вопросы, как трудоустройство, открытие автобусных сообщений, средний ремонт дорог поселкового значения. Те вопросы, которые не могут решиться на региональном уровне, партия оставит решение данных вопросов за республиканской общественной приемной партией. В этот день мобильная приемная работала в 5 населенных пунктах. Прием с выездом в районы будет продолжен. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.